Владивосток, 13 сентября 2024 года. Парковка на тротуарах во Владивостоке разрешена вполне, так скажем, вот сами видите, все нормально паркуются, хотя дорога вот она здесь. Вот он, Дальзавод. Здание. Это жилой дом по адресу Дальзаводская, 21. Такой вот дом здесь. Видны пилоны Золотого моста там. Здесь лавочка стоит. Ну, там дальше цветочки, клумба. Там сопка Орлиное гнездо виднеется. Дальзавод. Здесь доска почета или почетные граждане. Они сражались за Родину. Это, наверное, дальзаводчане, которые ушли на фронт. Вот здесь представлены. Похоже на то. Они сражались за Родину, написано. Ну, скорее всего, дальзаводчане. Здесь проходная. Дальзаводская проходная, чтоб люди вывела кого-то. Ну, кого-то вывела, конечно же, за столько лет существования. Вот. Похоже, верхняя часть достраивалась, два этажа, а нижняя часть, два этажа, старые. Это у нас Дальзаводская, 23.
Дальзаводская, 25, такой домик с балкончиками. О, там вон дерево прям в крышу уперлось. Ветви прямо на крыше лежат. Ветер сегодня, ой, сильный. Такой дом. Там деревянные двери старые еще видно. Машины, конечно, везде припаркованы. Такие балкончики. Наверное, еще с каких-нибудь 70-х годов сохранились в таком вот виде. Здесь старый козырек уже. Вот. Там воин стоит. Какие здесь старые дома. Так, что здесь за адрес-то? Дальзаводская, 27. Вот этот вот дом. Бельишко сушится. Старейшее фотоателье здесь находится, хотя оно сейчас на ремонте.
торговый центр «Авангард», а здесь стадион «Авангард» находится, на котором проходит спидвей, ну а зимой заливают каток здесь. Там трибуны. Ну и вот это место, оно тоже пользуется успехом у людей. Даже здесь обзор лучше. Старт вон там. Вот здесь вот старт. Раньше старт был на той стороне. Сюда приходят тоже люди. Болельщики спидвея. Курсанты идут. Там улица Карла Либкнехта. А вот эта подпорная стенка, она была из дикого камня. Но в каком-то году вот ее, так скажем, дикий камень, по-моему, так и остался.
Но вот заложили более современным материалом. Вот. Светланская 108Б. Вышла. Владивосток. Здесь всякие рисунки. Детишки рисовали. Ну, здесь на тему Великой Отечественной войны. Смотрите, вот дом, а двери у него слишком маленькие, да? Буквально, я не знаю, козырек на высоте 2 метров, может быть, меньше. И двери очень низко, как будто дом в землю ушел. Видите, как низко двери? Этот дом находится по адресу Светланская 108Е. Светланская 108Е. Дом вот этот. Что здесь находится? О, деревянные полы здесь, деревянные ступени здесь, и перила тоже здесь деревянные. А вон там те входные двери, которые я только что показывал. А здесь находится памятник пограничникам. 28 мая каждого года к этому памятнику возлагают венки и цветы.